Так, фокус теперь поподробнее. Значит, что сразу же? Аккумулятор 2 года ему, не совсем старый. Что делалось по мотору? Прокладка клапанной крышки, свечи менялись, новые стоят, помпа, приводной ремень новый, подушка двигателя, антифриз, естественно, новый. Комплект ремня ГРМ гейтерский стоит, со всеми сальниками заряженный. Естественно, масло в двигателе. Термостат новый заряжен, тоже гейтерский. Так, свечи я сказал, по проводам не помню, врать не буду. Масло в автомате сам лично менял, может быть, месяца 2-2,5 назад. Тормозуха вся новая, так как у нас тормозная система вообще вся новая стоит в круг. Ну, я сейчас подниму, еще вам все покажу. Опорам тоже, ну, месяц или два мы меняли их. Так, сейчас подниму и все поподробнее, еще снизу все расскажу. Так, ну теперь погнали по низу, посмотрим. Так, здесь, значит, смотрите, рычаг еще стоит оригинальный, шаровая на заклепках. Ну, либо менялся когда-то на оригинальный. Тоже тут все обслужено. Смотрите, колодки стоят новые, диски тормозные новые. Помимо этого, там ремкомплект стоит с поршнем, все новое, собрано. Шланг тормозной тоже новый стоит. С этой стороны все то же самое. Также здесь заменен еще шрус, не пыльник, а шрус целиком он пустил. Здесь шаровая менялась. Также все новое, диски, колодки, ремкомплекты. Сделал сход-развал, все сайлентблоки целые. Так, теперь вот под днищу. Посмотрите, пороги, они вот в хорошем состоянии. Я его на двухстоечном подъемнике подымал, проблем вообще никаких нету. Здесь еще стойки стабилизатора, втулки стабилизатора тоже поменены. Гофра переварена буквально тоже, ну, может быть, месяц назад. Тоже, видите, ни одной дырочки. Днище вообще все в идеальном состоянии. Пороги вот так же, вот они, вот тут все вот эти поддомкратники, все целое. Так, дальше. Что касается задней подвески. Эта косточка менялась, эти рычаги менялись. Вот видите, они даже вот они черные еще. То есть не так давно, может быть, год назад. Потому что сайлентблоки все в идеальном состоянии, все болты крутятся, сход-развал делали, естественно. Также здесь у нас по суппортам перебраны с ремкомплектами, с поршнями, все новое стоит. Также колодки, диски, все новое. Троса ручника тоже новые подкинуты. Сейчас покажу. Вот видите, тросики стоят, вот они новые стоят. Так, по этим сайлентблокам, вот смотрите, они тоже в хорошем состоянии. Сейчас покажу. Ни трещин, там ничего нету, там ничего не оторвано. Так, это надо будет. Отвалился от датчик АБС. Так, по приборке тоже никаких ошибок, ничего не горит. То есть, ну, днища, пороги, подвеска, все сделано. Тут как бы без вложений. Единственный момент, да, это я уже говорил, это вот по кузову, вот по низам. Ну, кому для себя, так я думаю, что надо положить немножко средств, вложить, подкрасят низа, и все, это просто будет отличный автомобиль на автомате для себя, тем более за такую цену, которую я вам ее отдам. То есть, мне интересно 150. То есть, за 150 на автомате 2003 года первый рестайлинг вы вообще, наверное, не найдете. Поэтому, ну, плюс к тому, что здесь все, вся подвеска сделана, вложений вообще никаких не требует. Сел, поехал, ключ на старт и погнал. То есть, ну, а здесь по внешке, ну, доделаете со временем. Поэтому, ребят, кому интересно, пишите, звоните, потому что она, у меня сейчас ее просто заберут на раз.